Вернер, Шнайдер, четвертый, Лотер, Хубер, третий, Арман, Тайс, пятый, Херберт, Майер. Один с каким бы то ни было счетом, а исходя из того, что Санкт-Паулу, все смешное рассуждение. С мячом Дельхая. Буквально вот несколько дней назад только приступил к занятиям, к легким тренировкам. И решил поберечь его от Терри Хаген. А Петер Эндрулат заменяет его вот на протяжении уже нескольких туров и довольно неплохо себя проявляет. На втором этаже он прекрасен при своих 172 сантиметрах. Но тот пас был все-таки слишком уж. Дельхая. Еще один навес последует. Нет, идет в обводку Дельхая. Не все-таки навешивает. И посмотрите, гол! 2-0. Хорошая передача, удар. А где были защитники? Только зону, ну, сейчас ее занял Берти Фокс, подстраховывает Партерс. Так хорошо сыграл. И бросает прорыв Дельхая, Дельхая! Перебросить, хотя однолетний защитник получил прозвище Терьер. Вот как вцепится, так и попробуй, стряхни его. Дельхая идет в атаку. Дельхая, удар поворотом! 4-0, Дельхая. 22-я минута. Ну, давайте смотреть. Дельхая, против него Хубер. Уходит. Ну все понятно, да. Никаких претензий к Эндрулату. Слаутерн, Бавария, Мюнхен. Только лишь по одной причине. Вот после этой атаки и готов забивать. Дельхая. Против него Зеглер. Снова Дельхая. Хубер. Чаще всего на этих минутах заметен на правом фланге. Вот он как раз сейчас с мячом. Либо Воллерс и Нильсен, также располагаемые в центре поля. Вот, посмотрите, сейчас впереди Ханнес, а там сзади, да, остался Вимер. Вот это все вполне нормально. Дельхая на правом фланге. Я думаю, тут вопросов никаких нет. И с этого правого фланга он уходил. По происхождению он вообще поляк. Плеймейкер команды Уда Латека. Дельхая! Пасы! Очередная атака мюнхенгладбахцев. Прострел. Юношей 1945 года родился этот 32-летний нападающий. Эмер входит в штрафную. Ну, не совсем вошел, по ленточке пробежался. А в Гамбурге ничего, по-прежнему 1-0. Да, в принципе, и до него тоже. Кулик с мячом. Дельхая. Неплохая передача. Удар поворотом. Выносится мяч. Возвращается в штрафную. Нет, не возвращается. Не получил. Франк. Два проса. Дельхая. Ну, у Фердинанда Биверса свое мнение. Столько активный, а результативный. Как-никак обладатель золотого мяча. Позапрошлого... извините, прошлый. И вот они в атаке. Будет ли удар? Будет удар. Ну вот, мы как в воду глядели. Тоже есть довольно-таки большой процент. И 42 очками четвертое место. Ой, какой момент! Ух ты! Давайте мы тоже посмотрим повтор. Честно говоря, непонятно. И зачем скидывал Дельхая, а не бил поворотом? Или просто с головы срезал? Эндрулата там приложили. А этого делать не надо. Так вот, в прошлом году Айнтрахтес... Франкфурт. Навес. Удар поворотом. Еще удар. Еще один. Очередной гол записывает на свой счет Дельхая. Я думаю, все-таки он успел коснуться мяча до того, как кожаный снаряд пересек ленточку. Вот Дельхая бьет. Ну, в любом случае, Дельхая. Успел, не успел. Сейчас интересен Рихагель, правда? Они штраф... Дельхая. Мönchengladbach will mehr, Mönchengladbach braucht mehr. Да, убегает, как
Колобок от всех своих преследовать будет не выполнять такую вот... 38 тысяч собрались сегодня. Ну-ка, что здесь будет? Прострел, удар не состоится. Ох, едва... С мячом Дельхая. Дельхая оставляет... Цен на троих. Нильсон остается с мячом. Ну, побоялись, наверное, сейчас один...